Итак, у нас вот тут довольно сложный орнамент на углу. И проблема в том, что на втором углу полностью была утрата, и там остановлен грунт, и надо каким-то способом перенести вот этот орнамент туда. Просто перерисовывать сложно. Так что нам делать? Тогда мы берем промасленную кальку, чтобы она была прозрачнее, промаслим ее. Накладываем ее на рисунок и масляной краской, тонкой кисточкой обводим этот рисунок по всему орнаменту. Дальше мы переворачиваем его в зеркальное отражение, прикладываем к нашему углу и хорошенько приглаживаем, чтобы у нас получился отпечаток масляной краской. Потом аккуратненько это дело снимем, и у нас останется вполне себе приемлемый намек на то, что где что должно быть. Уже это потом, когда высохнет, можно будет откорректировать, поправить. Ну, в общем, такой способ.